Приветствую вас, Вадим. Вы пишете, что не любите себя, не можете принять. От этого все разрушилось в жизни. Ну, давайте начнем с того, что именно все. Все это обобщение, которое достаточно серьезно ограничивает восприятие реальности. Вот, и кроме того, сама постановка вопроса, что все разрушилось, да, ну, на мой взгляд, ведет несколько не туда вас, потому что если разрушилось что-то, значит, скорее всего, никогда этого у вас и не было. Я понимаю, что, может быть, это не неприятное вот вам слышать подобное. Вот. Но, возможно, так будет лучше для вас. То есть, вот этот вот момент, что вы говорите, что все разрушилось, я должен сказать, что вот, наверное, все разрушится, все-таки не может, да, то есть если что-то разрушается, значит, это вашим не было. Вот, ну, была такая какая-то определенная иллюзия, возможно, относительно того, что что это было ваше. Вот. Возможно, была некая иллюзия, но как бы она от этого более реально не становится. Дальше вы говорите, значит, что не любите себя, и на мой взгляд, очень важно разобраться в том, что вы в это, собственно говоря, вкладываете вообще. Вот. Что вы себя не любите. То есть, что вы в это вкладываете. Вы говорите, что не принимаете себя. Вот. Даже очень важный момент, что вы понимаете под этим. То есть, что вы понимаете под вот этой вот такой постановкой вопроса, что, ну, что вы себя не принимаете. Вот. На мой взгляд, это надо бы поисследовать, что именно вы себе не принимаете, почему, да, вот, как так получается, что вы ставите себе определенные условия, вот, для того, чтобы вы могли быть, к примеру, полноценным, да. Вот. Откуда эти условия взялись? То есть, опять же, ну, я уверен, что они не просто так эти условия появились, что они откуда-то взялись, вы возможно, откуда-то про них узнали. Вот. Короче, вот эти моменты нужно выяснять, потому что на данный момент вам это очень сильно мешает, ну и является, собственно,
ключевым моментом для образования вашего состояния такого. То есть ваше состояние, оно именно, вот именно поэтому такое. Вот. Критическое мышление необходимо, да, для того, чтобы адекватно воспринимать те вещи, которые вы, к примеру, там, про себя, допустим, думаете, вот. Для этого нужна определенная практика, конечно же, потому что так вам тяжеловато будет все это сразу на себя взять. А вот, но все решаемо, более чем решаемо. Если у вас такое желание есть заниматься этим, я имею в виду, вот, и, соответственно, вам можно будет помочь. Но принятие себя, по принятию себя, как раз таки хорошо помогает. Культивирование любви к себе, личностный рост, вот, работа с комплексами, с детско-родительскими отношениями, вот, которые часто являются, собственно говоря, основой для выработки такого вот не совсем адекватного отношение к себе, к себе самому, да, вот, и, соответственно, все это, вот комплексы, все это могло бы, конечно, помочь вам обрести, вот, уверенность в себе и вырасти личностно, вырасти настолько, чтобы, ну, принять тот факт, что вы достойны, что вы такой же человек, как любой другой. Вот. А здесь, правда, есть небольшой нюанс, что вы склонны, я уверен, сравнивать себя с другими людьми, вот, я уверен, что вы склонны сравнивать себя с другими людьми, вот, поэтому, соответственно, это тоже, скорее всего, потребуется скорректировать, да, то есть, вот, то, что вы себя сравниваете с другими людьми, этот момент тоже нужно будет подкорректировать, потому что сравнение себя с другими людьми, ну, это определенная, во-первых, привычка, да, то есть человек как бы привыкает с определенного возраста в определенном, в определенных случаях человек привыкает сравнивать себя с другими людьми, вот, он это делает, ну, не совсем, вот, осознанно, конечно, вот, но делает, вот, и, собственно, это, ну, тоже можно и нужно корректировать, вот. Ну и в конце я бы хотел немножко вас спросить, почему вы считаете, что он вправе себя судить и осуждать?
какими вам видятся причины того, что вы, как вы говорите, у вас разрушилось. То есть, понимаете ли вы, почему так произошло? Ну, отдаете ли вы себе отчет в том, да, почему так случилось? Вот, понимаете ли вы, почему так случилось? Вот, ну, на мой взгляд, случилось так, потому что вы не совсем были искренним, возможно, даже сами с собой не совсем были искренни, вот по той простой причине, что, ну, если вот сами подумайте, да, если вы себя не принимаете, допустим, таким, какой вот вы есть, да, если вы себя не принимаете, то вы не можете адекватно выстраивать какие-то отношения с людьми, вот, потому что, ну, а как, да, как это можно, как можно выстраивать адекватные отношения с людьми, если вы не искренне сами с собой, в первую очередь. Вот. Вот потому все разрушилось. Но вы не видите в этом позитивный момент, но он есть в том, что вы перестали жить в иллюзии сначала. И живете, по большому счету, ну или начали жить, по большому счету, миром реальным, который хоть и вам не нравится, но тем не менее. Ну, дальше. Что касается алкоголя, да, это может быть зависимость, и по данному вопросу вам, наверное, сперва лучше обратиться к наркологу, вот, обсудить этот момент с ним, с наркологом, вот, дальше уже будет видно, потому что, ну, это может просто-напросто помешать достаточно сильно, да, может помешать психотерапии, вот, поэтому, ну, не хотелось бы этого, да. Дальше, исцеление, да, и понятно, что алкоголь, через алкоголь вы пытаетесь получить, вот, может быть, ту любовь, которую вы, как чувствуете, недополучили, вот, и, соответственно, это, опять же, ну, мотивирует вас на то, чтобы, ну, употреблять алкоголь, вот, соответственно, этот момент тоже нужно подкорректировать. Вот. Дальше, вы говорите, что вы себя исцеляете, психологически. Важно понять, что вы имеете в виду. Вот, говоря о том, что исцеляете себя, потому что, ну, так, честно говоря, не очень очевидно,
о чем вы говорите. Ну, в таком ключе, вот, не очень очевидно, что вы хотите сказать, вот, но тут, возможно, имеет место быть, некий такой мазохизм, да, некая такая, ну, мазохистическая позиция, вот. Если она есть, то я бы, конечно, рекомендовал бы с ней тоже поработать, потому что она у вас взялась, ну, тоже, знаете, не на, ну, не на ровном месте, вот. В результате, я так полагаю, опыта, в результате определенного опыта, вот, у вас появилась вот эта вот мазохистическая позиция, вот, и вам нужно помочь, конечно, от нее избавиться. Ну, то есть, даже не избавиться, вот это вот, не совсем корректное описание, да, вот вы тоже спрашиваете, как избавиться. Тут момент в том, что не избавляться нужно. Тут момент в том, что не избавляться нужно. Тут момент в том, чтобы вам понять, что это такое вообще. Да, что это такое, для чего вам это нужно. Вот именно, ну, именно это чувство. Да, мазохизм, откуда он берется, этот мазохизм, что он из себя представляет, этот мазохизм, например, вот, и не просто пытаться его убрать, как-то вот слепо, а именно понять, для чего он вам нужен, и удовлетворить эту потребность, в основе которой лежит ваша такая позиция, мазохистическая. Понимаете? Вот какая ваша задача здесь. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд. Так что, да, вам, конечно, не повезло, это правда, вот, но не думаю, что тот факт, например, что вы сдадите, да, он что-то вам даст, вы все равно живете, поэтому я думаю, вы хотели бы получать удовольствие от жизни. Так что выбирайте себе психолога и начинайте работать по данному направлению, да, все последовательно разбирать. По поводу загнанности в угол, я могу сказать следующее, именно по поводу загнанности в угол, я могу сказать так. Существует психологический сценарий, который называется тупик. Почитайте,
почитать. Психологическая игра, психологический сценарий, тупик. Ага, почитайте про него в интернете, можете найти, вот, для получения представления о том, вот, что с вами происходит сейчас. На этом все. Я надеюсь. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, я вам буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что из этой ситуации вы найдете выход. Я надеюсь, что вы выберете психолога и поработаете с ним, потому что я понимаю, что тяжело вне всякого сомнения жить в том состоянии, в каком живете вы. Вот так что не затягивайте организацию помощи себе. Всего вам самого-самого доброго и удачи!